Мужчина в образовании нужен по той причине, так как подрастающее поколение берет, в принципе, пример мальчики именно с мужчины, с мужчиной-преподавателем, как правильно даже сказать. В том случае в университете, в школе, насколько я себе помню, вспоминаю, примеры авторитет всегда были именно преподаватели мужского пола. Лично для меня, если, вот как для ученика, допустим, да, сейчас-то я уже не ученик, мне очень нравились мужчины-педагоги. То, как они преподают, как преподносят материал, да и вообще в целом. Мужчина в образовании уже как исчезающий вид педагога. Поэтому, мужчины, идите в образование.